Ирина Попова одержала уверенную победу на чемпионате Европы по маунтинбайку, который завершился в австрийском Граце. Подопечная заслуженного тренера Украины Романа Коробова добыла континентальный титул в своей коронной дисциплине гонки «Элиминатор». В квалификации участница Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро показала 14 результата, а затем выиграла 3 свои заезда подряд – четвертьфинальный, полуфинальный и решающий финальный. В главном заезде Попова не оставила шансов спортсменкам из Франции, Чехии и Голландии. Для Ирины Поповой это уже вторая победа на чемпионатах Европы по маунтинбайку. 2 года назад она также первенствовала на континентальном турнире в гонке «Элиминатор». Но не только золотом едины. Там же в Граце состоялся 3-й этап Кубка мира в гонке «Элиминатор». И вновь Попова успешно преодолела квалификацию и 2 заезда на выбывание. А в финале показала 2-й итоговый результат, пропустив впереди себя лишь голландскую спортсменку, уступив ей на финише менее 1 секунды. В итоге к европейскому золоту Попова добавила серебро этапа Кубка планеты. 2-ю позицию харьковчанка занимает и в общем зачете Кубка мира в гонке «Элиминатор».